Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Мир модной одежды». Сегодня, буквально за несколько секунд, это займет значительно меньше 1 минуты, мы заточим ножницы, и они будут резать очень хорошо. И понадобится нам для этого всего 1 швейная игла. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Вот у меня ножницы, которыми я пользуюсь. Это хорошие ножницы, но немножко в конце, ближе к кончикам, они зажевывают. Вот здесь вот. Значит, будем точить их здесь в конце. Эти ножницы. Жуют в середине. Они жуют даже ситец, а про шифон-то уже и говорить не будем. Точить мы их будем. И очень просто. В домашних условиях это сделать очень легко. Берем ножницы, иголку и ножницы. И вот, уже лучше. Буквально пара минут, и ножницы у нас режут не зажевывая. Смотрим здесь. Вот. Всего-то ножницы и обычная иголка. Так можно заточить ножницы. Но, значит, если у вас профессиональные, вернее, не то, что профессиональные, если это ножницы, которыми вы шьете, которым, не так, если это ножницы, которые у вас предназначены для того, чтобы кроить, пожалуйста, больше ни на какие другие нужды их не используйте. Лучше всего больше ими не резать ничего, кроме ткани. Смотрите, как здорово. Все. Давайте. Удачи вам.